помощь в размере 50 миллионов евро пообещал президент Франции общинам департамента Па-де-Кале, пострадавшего от наводнения. Эммануэль Макрон посетил затронутые стихии районы. Он объявил о создании фонда поддержки фермеров Британии и Нормандии и о введении режима природной катастрофы в 244 населенных пунктах. Va se traduire dès cet après-midi par le classement de toutes les communes qui l'ont demandé en catastrophe naturelle. Évidemment, on va activer le dispositif qu'on a créé il y a maintenant quelques mois, Calamité agricole, qui va permettre d'accompagner le compenser. Подсчитывая убытки от затопленных пастбищ и посевов, фермеры утверждают, наводнение можно было предотвратить за счет системы водоотвода, но она не поддерживалась в надлежащем состоянии. Des pompes, des bassins qui ne sont pas entretenus, des pompes qui sont des fois pas de capacité suffisante. Donc il faut revoir tout le système parce que nous sommes dans un arrière-pays, une zone qui a fortement changé, un climat qui a changé. Жители пытаются вывести все, что могут и что уцелело из затопленных домов, опасаясь, что испытания для них не окончены. Синоптики прогнозируют сильные дожди на севере Франции и снова высок риск наводнений.